И сейчас о погоде в городе. Прогноз на завтра от Алены Матвеевой. 90 лет назад, 27 октября, в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи. А мы от исторических событий перейдем к прогнозу погоды на завтра. 27 октября в Кирове ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Днем минус 2, ночью минус 4 градуса. Ветер северо-западный до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Удачной вам пятницы!